У нас есть специальный документ, касающийся ядерного сдерживания. В этом документе прямо указаны основания, при которых Российская Федерация вправе использовать ядерное оружие. Таких оснований несколько, я их напомню. Первое – это ситуация, когда по России нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения. Второй случай – это применение иное ядерного оружия против Российской Федерации или ее союзников. Третий случай – это посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность наших ядерных сил сдерживания. И четвертый случай – это когда осуществлен акт агрессии в отношении Российской Федерации или ее союзников, в результате которого под угрозу поставлено само существование страны, даже без применения ядерного оружия, то есть с применением обычного оружия.